Гороскоп на 22 января 2024 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! В понедельник для Овнов напряженный день, особенно для тех, кто придает большое значение работе, считает профессиональные успехи особенно важными. Окружающие могут сомневаться в ваших деловых качествах, критиковать принятые вами решения. Если вы в чем-то ошибетесь, об этом немедленно станет известно всем. В сфере личных отношений ситуация складывается более благоприятная, но и тут многое непросто. Старайтесь быть терпеливыми с близкими, не давить на них. Даже в случае самых серьезных разногласий можно избежать конфликта и найти компромисс. Личный гороскоп. День несет двойственную характеристику, поэтому следует хорошо обдумывать свои поступки. Вероятно, заключение выгодного контракта, соглашение или завершение коммерческой операции, которая станет итогом ваших целенаправленных действий последнего времени. Склонность к эгоцентризму и потакание страстям может явиться основой разногласий в семье или с коллегами по работе. Если намечено важное дело, осуществите его во второй половине дня, так как в первой, возможно, вы не сможете принять правильного решения. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Овну можно планировать намного больше дел, чем раньше. У вас много энергии, которой хватит на все, поэтому не сомневайтесь в своих возможностях. Сегодня для вас станет главным спокойствие и гармония в семье. Старайтесь меньше спорить с близкими людьми, даже если они не правы. Вечером Овну предстоит заниматься мелким ремонтом. Гороскоп «Дом» на сегодня. В семьях вероятны проблемы с детьми, которые выльются в серьезные расходы. Кроме того, вероятны телесные повреждения или может возникнуть необходимость хирургического вмешательства. Не жалейте средств и сил, постарайтесь избавить себя и близких от финансовых и правовых проблем. Не относитесь легкомысленно к тревожным симптомам. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Овны сегодня погрузятся в пучину сомнений и страхов. Не исключено, что нерешенные проблемы подтолкнут вас к увлечению оккультизмом. Однако не забывайте, что даже высшие силы вам не смогут помочь, если вы сами откажетесь искать выход из кризиса. В понедельник, Тельцы, действуйте самостоятельно, если хотите добиться успеха. Сегодня даже проверенные союзники и надежные партнеры могут подвести. Отношения с коллегами складываются напряженно, а руководство требует большего, чем обычно. Все это заставляет нервничать, причем именно в те моменты, когда вам необходимо сохранять хладнокровие. Поддерживают самые близкие люди, на них всегда можно положиться. Вечер подходит для домашнего праздника. Важно быть рядом с теми, кто вам дорог. Личный гороскоп. Ваш нестандартный взгляд на вещи, некоторая эксцентричность и острота суждений могут удивить людей, даже хорошо знающих вас. Постарайтесь проявить больше выдержки и самообладания, иначе недисциплинированность и излишняя самоуверенность заведут вас в тупик. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Гороскоп советует Тельцу собрать воедино все свои желания и раздвинуть горизонты. Только так перед вами откроется логичная и конкретная цель, к которой стоит стремиться. Возможно, знакомство с людьми, которые имеют вес в обществе. Они помогут Тельцу уладить ситуацию с работой и финансами. Упрямство в семье может привести к конфликту. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день неблагоприятен для серьезных дел. Тельцы почувствуют усталость, которая будет граничить с раздражением, болезненным состоянием. Старайтесь не приглашать гостей, не занимайтесь уборкой. Не рекомендуются строительные работы. Любовный гороскоп на сегодня для Тельцов. Для Тельцов в этот день высок риск выбрать неверные ориентиры. Прежде чем принимать ту или иную сторону в каком-то споре или конфликте, подумайте, имеет ли смысл участвовать в противостоянии, которое никоим образом вас не касается. В понедельник для Близнецов начало дня очень беспокойно. Вам приходится заниматься несколькими делами сразу, решать и свои, и чужие проблемы. Суета и неразбериха будут очень раздражать, но до полудня с ними едва ли что-то удастся поделать. Постепенно ситуация стабилизируется. Во второй половине дня появится возможность расставить приоритеты, сосредоточиться на самом важном. Сейчас очень многое зависит от вашего настроя. Мрачные мысли отвлекают от дел, порой становятся причиной ошибок. Самые впечатлительные представители знака
могут даже заболеть из-за переживаний. Личный гороскоп. Напряженный день, связанный с духовным преображением. Не исключено, что сегодня придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении собственного предприятия. Вероятно, сегодня вам придется наслушаться сплетен. Тем не менее, вам удастся успешно найти решение проблемы, касающейся одного из ваших друзей. Сон исполнится, если утром будет плохая погода. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Близнецам стоит взять на себя роль лидера В и покровителя. Тогда избранник посмотрит на вас с иной стороны и проникнется большим доверием. В середине дня у вас будет шанс устроиться на новую работу и сделать карьеру. Близнецы должны быть легки на подъем, больше общаться и созваниваться с партнерами. Гороскоп «Дом» на сегодня. Благоприятно путешествие. Стремление близнецов быть в гуще любых событий приведет к тому, что у них возникнет желание оказаться в центре чего-то интересного, и оно осуществится. Неважно, каким образом вы соберетесь путешествовать, с рюкзаком ли на спине, автостопом или в качестве туриста, главное для вас – ощущение свободы и чистое небо над головой. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Близнецов сегодня ожидает ряд очень приятных событий. В течение дня вас навестит старый друг. Вы получите доказательство симпатии со стороны своей давней зазнобы или сможете с большой выгодой для себя сделать дорогую покупку. Понедельник раком в начале дня может быть сложно найти общий язык с окружающими. Самые чувствительные раки рискуют поссориться со старыми друзьями или всерьез и надолго испортить отношения с коллегами. Позже станет ясно, что причины разногласий были не так уж серьезны. Лучше не торопиться с покупками и решением финансовых вопросов. Чем ближе вечер, тем лучше вы распоряжаетесь деньгами. На исходе дня будет возможность пообщаться с людьми, которые особенно важны для вас, поделиться своими переживаниями, рассказать о том, что у вас на душе. Личный гороскоп. Вас ожидает хороший день. Сегодня вы можете почувствовать прилив сил. Все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых сложных ситуаций вы сможете выпутаться с выгодой для себя. Особенно благоприятной будет вторая половина дня. В этот период придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами. Но не думайте, что чувство некоторого умиротворения и довольства – признак слабости. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Рак будет счастлив, ведь этот день для него обилен на материальные блага и романтические встречи. Если будете любознательным, то обретете все необходимое для работы. Гороскоп советует Раку быть щедрее по отношению к любимому человеку. Это касается не только подарков, но и признаний. Вечером придется налаживать контакты с зарубежными партнерами. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день может стать настоящим испытанием для раков. На вас неожиданно свалится крупная сумма денег. Невероятная удача вскружит вам голову, а создавшаяся ситуация приятно удивит. Если вы получите большой выигрыш, то желательно потратить его на благотворительные цели. Добра он вам не принесет. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Главной проблемой для раков в этот день станут сомнения в честности своих коллег или деловых партнеров. Важная сделка окажется под угрозой срыва только потому, что кто-то из потенциальных союзников посмотрит на вас с хитрецой или выскажется слишком туманно. В понедельник утро будет противоречивым и довольно сложным. В это время все идет не так, как хотелось бы. Вы очень стараетесь исправить ситуацию, тратите на это много сил, но добиваетесь лишь очень скромных успехов. Возможны финансовые потери. Решения, касающиеся денег, едва ли будут удачными. Вторая половина дня куда спокойнее. В это время можно завершить дела, начатые раньше, решить вопросы, тревожившие вас в последнее время. Будет возможность обсудить ситуацию с людьми, которым вы доверяете. Не стесняйтесь просить совета. Личный гороскоп. Благоприятный день для начала новых дел, перспективного планирования, встреч и контактов с партнерами. Особенно это относится к львам-бизнесменам. Любое начинание впоследствии принесет хорошие результаты. В личной жизни намечается переход к иным отношениям или на новый уровень развития. Поэтому следует хорошо обдумывать свои слова и поступки. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Чем жизнерадостнее будет сегодня Лев, тем оригинальнее будут презенты от окружающих людей. После небольших неудач на финансовой почве у вас может появиться душевная пустота,
но отнеситесь к этому философски. В отношениях с любимым человеком Льву нужно исключить ревность и претензии. Гороскоп «Дом» на сегодня. Едва ли получится исчерпать конфликтную ситуацию, но остудить страсти вам по силам. Завтра никто и не вспомнит об инциденте. Избегайте людных мест, не вступайте в споры с незнакомцами. Отложите принятие важных решений, поскольку имеющаяся информация не в полной мере отражает суть вопроса. Любовный гороскоп на сегодня для Львов. Львы с трудом в этот день приступят к выполнению прямых служебных обязанностей. В преддверии выходных вам не захочется тратить время на дела, ведь куда с большим энтузиазмом вы приметесь за составление планов на отдых. В понедельник день больше подходит девам для отдыха и восстановления сил, чем для работы и других важных дел. Вы устаете гораздо быстрее, чем обычно, поэтому допускаете много ошибок, к тому же рискуете о чем-то забыть, что-то упустить из виду. Если сделать паузу никак нельзя, постарайтесь не брать на себя слишком многое, кое-что наверняка можно доверить помощникам. Нежелательно делать покупки, вы быстро разочаруетесь в приобретенных вещах, начнете сожалеть о потраченных деньгах. Стоит провести больше времени с близкими, общение с ними заметно улучшит настроение. Личный гороскоп. Этот день может оказаться достаточно сложным. Все ваши дела сегодня так или иначе будут связаны с финансами. Придется отдавать и снова делать долги, заниматься поисками новых заработков, помогать близким родственникам. Ваша осмотрительность и сдержанность помогут вам определить позиции в постоянно изменяющихся обстоятельствах. Возможно, вы сможете даже перейти к новым делам и завязать новые знакомства, которые окажутся удачными. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Гороскоп предсказывает Деве яркие жизненные изменения. Возможно, встреча с человеком, с которым вы когда-то дружили. Оградите себя от общения с малознакомыми людьми, особенно, если они провоцируют вас на скандал и агрессию. В личной жизни Дева будет излишне обидчивой и замкнутой, что вряд ли понравится избраннику. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день особых успехов не принесет. Вы не склонны сегодня проматывать крупные суммы по мелочам. Привычка экономить возьмет верх. Возможно, мучившее вас недомогание пройдет, но состояние общей угнетенности и недовольства собой останется. Следите за своими словами и контролируйте эмоции. Во избежание усталости подольше находитесь на свежем воздухе, лучше всего в приятной компании. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Девам сегодня придется незамедлительно решать очень важные вопросы. Разговор о переезде, планирование текущих трат или обсуждение предстоящего ремонта затянутся до темноты. Но вы и ваша вторая половинка так и не сможете найти пути к компромиссу. В понедельник Весы вы решительны и энергичны, способны добиться многого. Однако не всегда удается правильно поставить цели, поэтому некоторые представители знака тратят силы и время на то, что для них не так уж и важно. Можно проявлять инициативу в делах, делиться с союзниками идеями и планами, обсуждать новые проекты. Все это идет на пользу. Будет шанс преодолеть преграды, из-за которых долго не удавалось получить желаемое. Сейчас вы не только настойчивы, но и находчивы, и это очень помогает. Близкие чаще обычного обращаются за помощью. Вы стараетесь не отказывать им и правильно делаете. Личный гороскоп. Прежде чем начинать новые дела, попробуйте завершить старые. С покупками сегодня не следует торопиться, так как они могут оказаться крайне неудачными, и вы будете долго сожалеть о выброшенных на ветер деньгах. Позитивные процессы могут затормозиться. В кругу семьи не исключены взаимные упреки. Благодаря вашей дипломатичности и умению найти компромисс, вы сможете справиться с кознями неприятелей и избежать конфликтов с близкими людьми. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Весам нужно с радостью браться за любую работу. Если вы хотите наконец-то вылезти из долговой ямы, то будьте активны и деятельны. Любые хирургические операции Весам необходимо отложить на другой день. Переходить на другое место работы тоже не стоит, особенно, если вам еще не выплатили все деньги за проекты. Гороскоп «Дом» на сегодня. Противостояние планет сулит разногласия с родственниками, сложности в отношениях с родителями. Отпрыски доставят много хлопот. Ваша эмоциональная сфера в это время нестабильна, вы не сможете реально оценивать возникающие ситуации, поэтому старайтесь не давить на партнеров, которые могут оказаться много сильнее вас.
неплохо бы привести в порядок семейные дела и отношения. Любовный гороскоп на сегодня для весов. Весам сегодня не понравится отношение к себе со стороны окружающих. Вы будете сильно удивлены, что ваши профессиональные победы останутся без внимания со стороны близких членов семьи, а ваши друзья очень скептично оценят ваш новый имидж. В понедельник у Скорпиона день отлично подходит для решения многих задач, в том числе очень важных. Вы не витаете в облаках, не строите иллюзий, реально смотрите на ситуацию. Все это помогает быстро найти путь к цели. Справляться с делами помогают общительность и дружелюбие. Вы легко находите людей, готовых взять на себя хотя бы часть ваших забот. Вероятны необычные встречи, знакомства, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Не исключены важные известия издалека, которым вы будете очень рады. Денежные поступления будут скромными, но все же порадуют. Личный гороскоп. Неблагоприятный день для начинаний, так как их последствия могут быть для вас неприятными. Не рекомендуется усердствовать и рисковать. Отложите важные дела до следующей недели. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Скорпиону в этот день нужно заложить фундамент для будущих дел. Продемонстрируйте свою внутреннюю красоту окружающим людям, тогда сами поймете, что вы одаренная и уважаемая многими личность. Гороскоп обещает выплату денег за работу, которую вы сделали в прошлом месяце. В любви немного риска и азарта не помешает, в чем Скорпион убедится. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день может поставить перед Скорпионами трудные задачи – воспитание проблемных, подростков, уход за престарелыми родителями. Уделяйте больше внимания детям. Ваша строгость к ним не должна переходить в жестокость. Старайтесь не вымещать свое раздражение на близких. Чаще навещайте родных, интересуйтесь их потребностями. Это почти единственное, чем вы можете помочь им в защите от недугов. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Сегодня скорпионам суждено испытать небывалое творческое вдохновение. Если вы не утратите этот настрой до вечерней поры, вам и вашему любимому человеку гарантирован незабываемый ужин в романтической обстановке. В понедельник очень благоприятный день для общения, особенно делового. Вам удается поладить с самыми разными людьми, договориться о совместных действиях с теми, кто раньше никого не поддерживал. Возможно, удачные профессиональные решения, не исключено, что вы найдете новый способ заработать. Вечер будет приятным. Он хорошо подходит и для встречи с друзьями, и для семейного отдыха, и для романтического свидания. Если вы предпочтете остаться наедине с собой, то наверняка найдете какое-то интересное занятие. Не исключены приятные сюрпризы. Личный гороскоп. Не исключено, что сегодня придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении сферы профессиональной деятельности. Вам предстоит пожинать материальные плоды своей напряженной деятельности в предыдущий год. Возможно, сообщение о поступлении финансовых средств или какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может значительно повысить ваше материальное благополучие. Не исключено, что сегодня вам удастся успешно решить одну из проблем в личной жизни. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Стрелец». Стрельцу нужно постараться все успеть сделать, встретиться с нужными людьми и составить план действий. Главное, чтобы вы чаще прислушивались к людям и к тому, что творится вокруг вас. Ничего страшного, что будут говорить другие люди. Вам нужно внимать их словам и ценным рекомендациям. Вечером Стрельцу нужно быть осторожнее на дороге. Гороскоп «Дом» на сегодня. Биопотенциал Стрельцов может быть значительно снижен, поэтому высока вероятность обострения хронических заболеваний, опасной перегрузки и неоправданный риск. Съездите на отдых в санаторий или профилактории с высоким классом обслуживания. Принятые там процедуры произведут чудесный оздоровительный эффект. Любовный гороскоп на сегодня для Стрельцов. Стрельцы в этот день откажутся сразу после работы возвращаться домой. Конечно, после алкогольной вечеринки вторая половинка устроит вам громкий скандал, но даже это не испортит ваше сверхпозитивное настроение. В понедельник у Козерога день проходит достаточно спокойно. Его нельзя назвать особенно плодотворным, но с текущими делами вы неплохо справитесь, а все срочные задачи сможете решить. Возможно, незапланированные поездки скорее ради развлечения, чем по делам. Лучше отправляться в дорогу в компании друзей или просто хороших знакомых. Во второй половине дня
Вероятно, денежные поступления, в том числе неожиданные, из нового источника. Можно заключать сделки, если речь не идет о крупных суммах. В таких случаях вам будет сопутствовать удача. Личный гороскоп. Период дисгармоничный и может оказаться достаточно сложным. Вероятны обман и иллюзии в партнерстве, конфликты с родственниками или детьми, а также ухудшение самочувствия. Ваша осмотрительность и сдержанность помогут вам определить позиции в постоянно изменяющихся обстоятельствах. Если сегодня вам предстоит коммерческая операция, будьте осторожны, звезды предупреждают о провале или финансовых потерях. Судьба против вас, но не сдавайтесь, к вечеру негативные тенденции дня пойдут на спад. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Гороскоп обещает Козерогу поистине удачный и плодотворный день. Вы сможете объять необъятное и собрать вокруг себя почитателей своего таланта. Можно отправляться в срочную командировку, проводить совещания и налаживать контакты. Единственное, что может омрачить настроение Козерога – ссора с любимым человеком. Гороскоп «Дом» на сегодня. Могут испортиться отношения с родителями, как собственными, так и супруга. В своем доме Козерогам может быть холодно и неуютно вплоть до конца месяца. Если родители не будут забывать об обязательствах перед своими детьми и станут поддерживать их, то в ответ на это дети будут только благодарны им и сделают все, чтобы в доме царили спокойствие и тишина. Любовный гороскоп на сегодня для Козерогов. Козероги сегодня почувствуют острую потребность в наличии рядом единомышленников. В поисках подходящего собеседника вы обзвоните всех друзей, а затем с головой погрузитесь в интернет-переписку. В понедельник у Водолея могут появиться проблемы, причем довольно серьезные. Но вы сможете решить их, если будете рассуждать здраво и не побоитесь трудностей. День подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы наверняка получите поддержку более опытных людей и благодаря ей многого добьетесь. Не исключены хорошие новости, касающиеся работы, возможен карьерный рост. Благоприятный день для общения, особенно с новыми знакомыми. Не исключено начало романтических историй. Новые отношения быстро принимают серьезный характер, становятся важными. Личный гороскоп. Активный трудовой день. Не исключено, что вам придется заниматься делами, требующими немедленного разрешения. Вероятно, вы будете вынуждены взвалить на себя дополнительные обязанности. Вы должны разумно подходить к каждой проблеме, не нервничать по поводу ограничения свободы. Сохраняйте верность своим идеалам и уважение к личности близкого вам человека. Водолею нужно быть максимально дипломатичным и гибким. Иначе вы угодите в такой затяжной конфликт, из которого выбраться будет сложно. Составьте общую схему совершенствования в работе, тогда добьетесь высоких результатов. С финансовой ситуацией Водолею поможет справиться один из родственников. Гороскоп «Дом» на сегодня. Эмоциональные перенапряжения дадут о себе знать, напоминая о ваших слабых местах и хронических заболеваниях. Можно заняться общеукрепляющими практиками, изучить различные методики лечения заболеваний, выбрать для себя подходящую и начать ее придерживаться. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. У водолеев сегодняшний день пройдет без выдающихся происшествий. Вы прилежно отработаете положенные часы, а затем вернетесь в свое уютное гнездышко и отправитесь спать значительно раньше обычного. В понедельник день у рыб будет легким. Вы с самого утра настроитесь на нужный лад. Поймете, что надо делать, чтобы все сложилось хорошо. Могут появиться неожиданные удачные идеи или планы, кардинально отличающиеся от тех, что вы строили раньше. Вы не боитесь браться за новые дела, быстро учитесь всему, что может пригодиться. Полезно посещение лекций, семинаров, других мероприятий, где можно встретить людей, разделяющих ваши интересы. Не исключено, что там вы найдете партнеров, с которыми вас свяжут не только общие дела, но и искренняя взаимная симпатия. Личный гороскоп. Начало новой недели будет связано с приливом сил и творческими начинаниями. Можете менять место работы и профессию. Ваша практичность и интуиция – гарантия успеха. Нельзя потакать стремлению к роскоши, делать крупные покупки и тратиться по мелочам. Старайтесь быть экономнее. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Скрытые препятствия могут встретиться на пути Рыбы в этот день. Не стоит расслабляться и верять свою судьбу в чужие руки, иначе вас легко обведут вокруг пальца.
Гороскоп рекомендует держать эмоции под контролем, не паниковать и воспринимать все происходящее с чувством юмора. Если сегодня у рыбы нет возможности заработать нужную сумму, то завтра ситуация изменится. Гороскоп «Дом» на сегодня. Хороший день для совместного отдыха или творческой деятельности. Можете вместе с близкими вам людьми отправиться в поездку или пригласите их на свой творческий вечер, либо общественное мероприятие. Не стоит затевать ремонт или другие тяжелые работы. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыбам сегодня категорически не стоит предаваться пустым иллюзиям и мечтам. Вам не удастся добиться финансового успеха ровно до тех пор, пока вы строите воздушные замки, вместо того, чтобы исправно трудиться. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!